В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла трансляция федерального просветительского марафона «Общество знания». Но сначала юные посетители парка участвовали в викторинах, отвечали на вопросы ведущие, а в качестве баллов за правильный ответ получали яблоки. Как сломать ветку и не спугнуть птицу? Ее надо сломать наоборот. Сломать ветку, которая не будет птицу. Правильно. В подарок победитель викторины получил настольную игру, а затем ребята смогли увидеть по экрану, расположенному в парке, трансляцию марафона. На вопросы зрителей в зале отвечал народный артист России Игорь Бутман. Он рассказал о себе и своей семье, но главной темой стал джаз с русской душой. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова». Никто!